пошло. Я надеюсь, вы что-то видите. Так, чтобы не орало. Нормально, меня слышно? Ну, конечно, конечно. Меня слышно нормально? Игра не орет? Ничего? Ну, давай. Погнали. Чё, давай нормальный режим. Чё такое? Чё к чему? Чего куда? А дай его сюда. Эльдару хоть покажу. Наверное, не знаю. Андрей, ты хотел посмотреть? Недовольный. Так, а чё? Подожди. Так, не, а где? Ну, подожди. А как это? Вон, настройки. Контроллер. Прыжок, кувырок. Блин. Сейчас, сейчас, секунду разберусь, как это тут поменять. Нет, зачем с компа? Запустил, вроде тянет. Ну, снова-то. У меня геймпад вот такой сейчас это. Ну, алло. У меня там, наверное, это. А10 им подожди. Сейчас сделаем. Да не знаю, этот удобный. Так, сейчас, сейчас. Игра же 2D. Почему бы и с этим не поиграть? Ну, только что-то он подключается как-то. Вот, подключено, да? Но не подключено. Разрешить. Ух, ё-моё. Ну, вообще, да? Блин. Какой свич нажать? Подожди. А, свич макос. Б плюс включение, да? Давай. Сейчас тут режимы у него это разные. Тут этого же нет стика. Сейчас включу, чтобы крестовина вместо стика была.
Блин, вот чё ты? Всё ж нормально было. Почему просто крестовину нельзя поменять в настройках игры? Так, сейчас перезапущу. Примерно столько же, но как. Даже, возможно, и больше. Это сеговский геймпад. Блин. Играем рекомендую. Не-не-не, есть, он поддерживается. Уже включился. Просто режимы переключаются на нем. На Switch, MacOS. Сипон, наверное, надо было включить. Хрен его знает. Ну, блин, все зависло. Геймпад подключил. Сейчас запускаем. Не знаю, там весь Steam поменяли. Я, может, этот стою как скрытый. Там же что-то было такое в аккаунте. Я не знаю, как поменять. Что такое? Нет, ничего нельзя. Да, к сожалению, да. Тут и балуешься всякое, я потом на этот выкладываю. На YouTube, а там за музыку, короче, они это банят. Не, а как я это сделаю? А чё ты ей будешь? Зачем это тебе? Блин, выключись.
Есть, есть, конечно, есть. Она везде есть. Ну, колонка дальше стоит. А я в наушниках. Она не услышит. Да. Так вот все это происходит. Блин, чтобы геймпад от четверки подключить, надо microUSB провод найти. Сейчас я еще попробую, не получится, пойду за этим, за геймпадом от четверки. От четверки просто так по Bluetooth не подключишь, короче, они там защиту сделали. Ладно, сейчас пойду на четверку геймпад найду. Да, ну не знаю, я пробовал там, что-то танцы надо было с бубном. Проводом проще. Сейчас я вернусь. Нифига себе. Лет через 10 все поменяется, еще 28 раз.